На этих кадрах видно, как компания молодых людей направилась к медицинскому учреждению, где проходят лечение маленькие дети. Первый их поход прервал охранник, однако со второго раза, вооружившись камнями и палками, вандалы начали кидать свои снаряды в окна больницы. Данный акт вандализма вполне можно назвать спланированным, так как именно здесь располагалась камера видеонаблюдения, которую разрушители стекол перед тем, как разбить окна, также уничтожили. В руководстве детского медицинского учреждения говорят, увидеть устройство, которое максимум с кулак в темное время суток, крайне сложно, поэтому, скорее всего, вандалы знали, где оно находится заранее. Всего вандалы разбили 6 окон детской больницы, пострадал пищеблок. Утром рабочие сразу же вставили новые стекла, так что работа здесь идет в штатном режиме. Однако камера уличного видеонаблюдения восстановлению не подлежит. К счастью, кадры самого преступления сохранились и были переданы в полицию. К тому же на территории медицинского учреждения работает еще несколько устройств. Видеокамеры засняли весь этот процесс, у нас камер много, поэтому сейчас все материалы переданы в органы полиции. Я думаю, что органы полиции легко установят личности нападавших и примут к ним самые жесткие меры. Как сообщают очевидцы, помимо окон, ночные вандалы покушались и на стекла припаркованных на территории медицинского учреждения автомобилей. По предварительным данным, к совершению этих преступлений могут иметь отношение несовершеннолетние лица, так что за их деяния придется отвечать родителям. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5-й канал.